Ну что ж, ребятушки, я вас всех приветствую. В общем-то, Warface добавили недавно в Вепрь ВПО, и он вызвал очень много дискуссий. Даже среди блогеров и киберспортсменов. Кто-то говорит, что он имба и сильнее Бенельки, а кто-то говорит нет. Собственно, сегодня мы это постараемся выяснить. 5 випрей против 5 Бенелек. Ссылки на участников из этого ролика вы найдете в описании. Также в описании вот написано: переходите, забирайте комплект топового снаряжения и неплохих пушек на все классы абсолютно. Новички там же могут зарегистрироваться, ну и это акция распространяется для тех, кто не заходил больше месяца. Пользуйтесь и больше не затягиваю. Ну шо, устраивайтесь поудобнее. Фрайзл, Монтон, Тесла и Россия к вашим услугам. Поехали. Так, ну что, бойцы нереальные. Поехали. Натянем эти бенельки. Боря говорит, что им хана. Ну, типа, вообще без шансов. Я думаю, что у нас шансов больше, чем у бенельки. Если мы будем дистанции свою соблюдать. Не, если не потеть будут, мы проиграем 100%. Так, Монтон, ты что думаешь? Я думаю. Да он все-таки с... Тоха! Он что-то продолжал говорить, если и пропал. У тебя микро умер. О, слышно, да? Да, да. Я говорю, я думаю тоже, что нам звезда. Я тоже так думаю. Звезда — это хорошо. Че, мы куда идем? Один, естественно. Огонь по своим есть? Ага. Понял. Они всех ее выкинули. А что они делают? Ой! Они под трубами, ребят, миллиард человек. Я пошел, пацаны. А без хае? Закрас-то, закрас. Ой, мужики, меня сейчас убьют. Помогите на двойных, братья. За красным близко уже. Ой! Убил одного? Нет, за красным вышел. Найс, ластовый. Лучше. Россия туда этих мужиков гасит. Тоха, просыпайся. Спасибо, Антоша, нормальная тема. Дайте флешку налево. Я дал флешку. Блять! Двойные! Я пошел. Убил? Еще убил. Найс! Разобрались, ребята, работают. Нет, это была команда, ребята. За еще! Ой! Что? За еще еще справа. А, еще в упоре за еще один. И КВ. Опа! Я сейчас. План был охуенным, но реализация говно. Да, мы потом уже застопились. Просил хейду и врываю. Хоть он стоял, ждал. Я живый, смотри. У меня фунт. Еще у меня фунту на 50, двое. Камара! Камаро! На! Шевроле, блять, выехала она. Сюда. Давай желтый фастанем, может. Еще? Что? Воу! Мэн, ну фок! Мы с тобой выиграем раунд. Еще раз. Что делать? Да ну? Да меня в дым убили опять! Слева, Борис! Что происходит, блин? Борис прокис? Это мы нубчики какие-то. Не, ну 5 широкую, ребят, давайте. Это что такое? А, ну просто бенелик. Я оставляю мины, как обычно. Ой, бомбы нет, мужики, давайте, блядь, засада! Давай. Засада! На! Резайте. Я резаю, мужички, прикрывайте меня! Спина, ребята! Это спина будет. Давай. Ага, спину контролирую, пацаны, давайте. Опа, полетел один. А что он тут? Жестко. Найс! Не, ну Боря не спел, получается. У них шансов нет против випрей на дэшке. Я правый упор взрываю вам. Правый упор дал. На! Барди, я умер. Двое слева. Еще справа. Чего? Это как? Справа. Я его закапываю. Можно? Ам! Зайди. На! А как я второго убил? А, у него инспектор стоит, все понятно. Я просто через дым его бахнул. Кидаю гранату! Что-то мужики посыпались, короче, нас попали. Чё, Мэйс? Ты чё делаешь, Монтон? Успокойся. Я ресу, мужики. Да бля!
Борис, я рисую. Тоха, у тебя шиза, что ли? Двойным, двойные. Что ты сказал? У меня слюни вытекли, это просто... Это залили. Я нахуя дал. А, в смысле, так у них имбел. Нет, нет шанса. О, нихуя. Надо ли. Все, упорь. Что, проигрывать собрались? Нет, нельзя проигрывать. Ну ладно, немножко. Вы можете в плюс выйти, но я не знаю, реально. Нет, нет. Убил кишку. Опа. Боже, мужики! Мужички! А да, прокинь. Мужички! Куда тебе кишку? Пойдем кишку прокинь. Четыре кишка, две кишки. Давай. Все, солили раунд. Хорошо, Россия. Пошли в затруб. Давайте, ребят, выбиваем. По жопам Челси. Вместе с Кейси. Убил. Да. Панечки, давай троечку. Нет, не будет. У нас норм. Я еще реса. Убил норм. Там еще должен быть. Еще, еще. Или попал, под кишку, под кишку вас, под кишку вас. Бам. Ваншот! Мы въебали. Ой, поклинись. Пойдем, что синим ходим. Бомба у нас! Поклинись. Поклянусь, что у нас. Все, я смотрю тут. 5 секунд прошел. Нельзя. А я его пугаю, я пугач. Да не надо пугать даже. Оу, ну можно красиво? Да нет. Ой, блядь. Вышли. Синий, желтый. Опа, клатч. Блядь. Просто 4 в 1. 4 в 1. 4 в 1. Пусть это видит интереснее. Он сидит, просто смотрит. Хай накидываю, давай пуш. Но. Справа, не спать его, выходит. Фразил, ой, фразил. Да. Но сюда! Подрасти его. Убил. Ну, еще убил. Ресу. Ресу? Респы. Арка. Да блядь, ну почему? Ресу. Ясно, фармеры в команде. Туда! Нормально, разобрали. Давай сейчас сразу же просто на уверенности сразу в РМ-ку летим, там пистой можно будет, если что. Ой, да. Самая подходящая карта. Охуеть, это типа игра. О, не, все, тут отмена. Чё такое? Чё случилось? Мы боимся, мы не играем по таких сборе. Не, ну мы за защиту, мы просто за защиту легко раунд берут. Карты грамотные. Так и в атаке завознём, не ссыте, там смоков миллиард накидаем просто и все. По, Ваня нашивка за ютубера, нихера. Вань, ты ютубер? Мне сливать нельзя. 5 дел, мужики, под смоки и пушим, разменяемся. Давай, на мужика. Базар на нас. Они центр взорвали. И длину взорвали. А я даю. Можно. Работаем, братья. Вылетаю. Убил одного? Ну алё, мужички, делочку за... Молодцы. Вот они, медики, не имбовые, кстати, смотрите. Я резко. Сейчас разминируют. Ой, все. Страха нет, запомните, ребят, страх иллюзия, поехали. Кушать будем? Кушать? Я в спине. Кушать? Кого? Извините, а какой-то что-то как будто бы обед будет? А что это? Опа! Что за суета? Ребята, блядь, что за паника на борту нахрен? Погнали, let's go, команда! Но! Ой, хорош! Как же ты его бахнул? А чё не респись? Ой, ебать, не булл, да? Я тоже долгу! Да, беги. А он не знает о нас! Они все в респе. Вы с мальчиков накидали? Давай подсадимся, уйдем, пойдем. Давай. Бля, я застрял. Россия, дай руку. Я застрял, блядь. Уходим нахер, пока нас не рассекретили. Ну все нормально. Братья! Мы бежим. Помогаем. Бежим. Блядь. 90 убил. Найс. Давай зигу залетим толпой. У нас пацан, люди пошли. Давай вдвоем. Паша! Давай. О, не, они дел давят четвером. Мне хана, братья. Слева.
Блин, не принимаю два типа. Смока нет, успею? Успею, страха нет. Страх это. Ты кого рисуешь? Ты меня рисуешь, не дай бог, я в альтабе. Что делаешь? Я в альтабе был. Ты еще монтан можешь резать. Да, я резал. У тебя узкий, если что, чел. Видишь, что у него длиннее? Ну, на центр пошел. Не вошел голову? А пошли забьем хуй. Не вошел голову, смотри бы. Ага, понимаю, фиксирую. Я правду, блин, без стопы что-то! Я никогда не обращал. Работайте, братья! Бомба! Я смогал. Поедаю еще. Добивайте, блядь. У вас под смоком чел слева. Ну алло. Он убегает. Убежал. Рез. Зига. Они там все коцаные уже, пиздец. Я их закосал. Я чувствую, что пойдем делку сыграем. Пойдем делку. Да, блядь. Я не могу. Я не выдерживаю. Пошли дел через смог. Вылетим. Погнали. Пошли делку. Чего стали? Пошли. На. Бля, видачок. Резаться, резаться, команда резаться! А, меня сам по теме резаться. Метро любимая работа. Это что, тоже грандмастера, нет? Это же серебро. Конечно, грандмастеры, смотри. У них чего, минус 26 очков за хэтером? У них 21 век. Центр! Фразил, зигу. Там много, блядь. Стой, стой, там много. Я хейдаю. Хейдал тоже. Ну, блин, минус 30. Нормально, и рабочий. Да, сплит, сплит, сплит жестко необходим. Прям сейчас, как сменю прям сплит, сейчас? Я побежал. Пошел. Да, О! Бля! Что? Все. Здорово, все, мужики. Все. Дел. Нет, не надо. Непонятно. Я смог. Фейкуешь пачкой, фейкуй. Байки. Интересно. Он в кому может? Алю бьем сначала. Нет, пока нет. Он на респе, он на респе. Не минус 30 дал ему справа. Он на воде? Найс. Жестко, жестко, мужики, молодцы. Да. Не, ну это было слишком легко. Как у нового пипека? Кайф? Да, мета. Да, однозначно нахуй. Не, ну когда соперник играет 1-6 и у него минус 26 очков, как тут такое не выиграть? Это по факту. Он старался как мог.